Всем привет, с вами Гафтия Саги, и сейчас я буду снимать видео по, ну, вы все поняли, подписаться на мой канал, если вы не подписаны, и поставить лайк, и написать комментарии, какое видео выйдет следующим, и мы приступаем, но уже я... Благодарен, что я уже, вы не помните, второй части он мне весь расцарапал, представьте, меня расцарапал, говорит, Джиджи. Я прям уже хочу позвонить ему, или он мне позвонит? Я хочу ему позвонить за то, что он мне это... и сделал. Так, я на балконе нахожусь. Почему? Потому что, чтобы эти родители не слышали и не мешали мне. Я уже хочу... Так. Всё, я приступаю, и я звоню. Ты что же? Сейчас. Все, я уже начинаю ему звонить. Говоришь, Джинджи, номер 900. Если ему хотите позвонить, то осторожно. Если у вас есть приложение, тоже. Я хочу, если у Андрей Голунов есть приложение, говоришь, Джинджи, играет он такую замечательно, но там сидит подняк и может отследить его. Я уже удалил, я не знаю. Вот 900 номер, но я ему отвечаю, я беру ему трубку. Опять ты мне звонишь? Да. Что тебе надо? Короче говоря, я уже тебя поцарапал прямо лицо. За что ты меня поцарапал? За то, что ты мне написал. Сатана. Я сатану тебе написал, ты серьезно? Говорит, что сидит под дьяволом. Да, сидит. Сатана, тебе я видно. Тоже злой кот за то, что меня бьют. Крыша Джинджера бьют. Но взрослые тебе бьют и дети. Обижают. Мы их поэтому хотим за это тоже поиграться и поцарапать людей за то, что мы... Ты уже нацарапал? Ты серьезно? Как ты мне написал, я тоже расцарапал, все. Ты получил это по лицу. Ну, я больше звонил. Тебе не буду звонить. Спрашивал, понял? Да. Да. Ну, у тебя есть родители. Конечно, говорю, Том. Том, мужской, женский. И уже написал, что я больше не писал. Я уже сказал, говорю, Бену и говорю, Хэнк. До свидания. Пока. Засланец. Он меня назвал тоже. Ребят, если вы хотите позвонить, то вам тоже скажет всего этого. Поэтому не отвечайте, не звоните ему, потому что... Но если найдите номер, то позвоните, то вам предстоит тут пройти. Здесь к вам придет Джинджи. И осторожно. Вот эти птички. Рома, Ричи, знакомьтесь. Они поют тут. И не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. И все, удачи. Всем пока.